Мой отец, Поветкин Яков Максимович, был принят на особый завод номер 69 НКВД СССР, теперь это КМЗ, в 1935 году. Прошел путь от простого исполнителя до квалифицированного специалиста и наставника. В первые же дни войны отец ушел добровольцем в составе Красногорского истребительного батальона. Батальон стал частью 155-й дивизии в составе Калининского фронта. Зимой 1942 года дивизию перебросили на Ржевское направление. Здесь, в Нелидовском и Оленинских районах, шли ожесточенные бои с отборными эсэсовскими частями. В одном из боев политрук Поветкин поднял роту в атаку, но рядом разорвался снаряд, и его осколком Яков Максимович был тяжело ранен. Товарищи на плащ-палатке понесли его в медсанбат, но как не спешили, не смогли доставить раненого вовремя. Имя Якова Максимовича Поветкина занесено в историю завода и города. Оно и на заводском обелиске среди тех, кто не вернулся с войны. Ему было и осталось 36 лет.